Здравствуйте, друзья! Сегодня видео повторное. Мы отправляем крышку, купленную на Wildberries, потому что первая крышка потерялась каким-то хреном, не знаю. Ну, в общем, сегодня мы раньше делали видео, вакуумировали там банку, а сегодня будем делать вакуумную кружку. Это очень интересно. Сейчас я допью водичку. Вот. И сейчас я вам расскажу, как это все устроено. Значит, смотрите, в комплекте у вас вот такой шланг будет. Вот это обратный клапан. То есть туда дуй, обратно нет. А вот туда нет. Если будет залипать шарик внутри, вот так, стук-стук, и все работает. Теперь шприц. Шприц — отличный вакуумный насос. Вот такой. Но, видите, здесь отверстие. Это как бы обратный клапан, который вы будете затыкать своим пальцем. То есть, вот так вот вы всасываете, потом убираете палец, потом опять так, оп, сейчас все покажу. Вот. Значит, что дальше? Дальше следующая вещь. Вот такая... Значит, вот такая конструкция, да, вот крестовинка, да, два краника, значит, вакууметр. Сюда намотана уплотнительная веревочка. Значит, придет к вам крышка вот в таком виде, да. Что вам нужно сделать? Вам нужно взять вот здесь, ну, чуть-чуть вот поправить немножко, да, и вот сюда просто вкрутить, вот в это отверстие. Там нарезана резьба специально. Крутить без энтузиазма, вот, крутить от руки достаточно спокойно. Ну, вот я вот так накрутил, ну, наверное, и хватит. Значит, теперь закрываем краник, вот этот, да, этот краник остается открытым. Значит, к этому кранику мы просто так подсоединяем шланг, вот так, раз. Теперь ставим на емкость, на подходящую, ну, например, на кружку, да, ну, прекрасно, можно на банку. И нам нужно создать сейчас начальное разрежение, чтобы крышку чуть-чуть притянуло. Самое простое — ротом, то бишь ртом, хавальником, ну или чем угодно. Ну чё? Что у нас там? О! У нас есть начальное разрежение. Замечательно. Значит, теперь берем вот так вот. Раз. Подсоединили. Значит, ну, я на всякий случай даю длинные шланги, да? Так, ну вот так давайте поставим. И теперь берем, значит, пальчиком дырочку прикрыли. Вот так вот. Оп. Потом вот так. Оп. Оп. И качаем, качаем. Значит, качается сложно. Конечно же, лучше иметь электрический вакуумный насос. Благо, он не так дорого стоит. Вот, значит, вот так вот. Оп. Вот. Все, что у нас тут? О, слушайте, а мы же докачали до минус 0,7. Слушайте, круто, я считаю. Смотрите, вот так вот закроем сейчас вот краник. Ой. Она тут. Я не стал ее сильно наматывать. Вот, закрыли оба краника. Теперь вот эту снимем. Сейчас она пукнет, потому что здесь клапан стоит. О! Значит, все работает. Ну, как видите, вот вакуумная кружка. То есть, хотите настоечки сделать? Сюда что-нибудь положили, водочки залили, завакуумировали, минут через 30 уже готовая настойка. Вот. Значит, ну теперь смотрите. Значит, вот так я ее держу и открываю краник сброса вакуума. Сейчас кружка раз и отвалится. С грохотом. Как видите, все работает.